Друзья, всем огромный привет! С вами интерактивная фотошкола Art Photo Life. Меня зовут Серджо. И сегодня наш урок посвящен Инстаграму, его продвижению, а точнее таплинк. Для многих это непонятное слово, но я не буду долго мудрить и затягивать. И сразу вам все по порядочку объясню. Итак, что такое таплинк? Как вы знаете, в нашем Инстаграме есть возможность поместить ссылку и у вас в шапке профиля, помимо информации там о себе и так далее. Можно разместить одну любую ссылку на социальные сети. Но мы с вами живем в такое время, когда у всех очень много социальных сетей. Это и ВКонтакте, и Фейсбук, и Одноклассники, и Твиттеры, и что только нет. ТикТоки, там, Ютубы и так далее. Так, я сейчас открою свой таплинк, и вы сразу все поймете. Таплинк позволяет нам разместить по одной ссылке очень много ссылок. То есть это такой мини-сайтик, который, по сути дела, состоит из ссылок и какой-либо информации. То оформление, которое вы сейчас наблюдаете в моем таплинке, я за это не плачу ни копейки, у меня все это находится в рамках базового тарифа, который стоит 0 рублей 0 копеек в месяц. И если тебе эта тема интересная, то смотри дальше, я расскажу, как подключить и настроить таплинк. Если ты впервые на моем канале, не забудь заглянуть в мой Инстаграм и после подписки получить в подарок набор пресетов Universal для ПК и телефона. Следи за новостями в Инстаграм, участвуй во флешмобах, получай призы и подарки. А в Телеграм-канале тебя ждет общение с единомышленниками, совместное продвижение соцсетей, программы на телефон и ПК для обработки фото и видео. Ссылки на Инстаграм и Телеграм в описании к этому видео. Друзья, для чего нам нужен таплинк? У каждого, кто хочет развивать свой профиль, развивать свой личный бренд, необходимо в Инстаграме иметь свой такой таплинк, свою гиперссылку. Ну, во-первых, Инстаграм для многих это некая визитная карточка, где содержится много всевозможной информации. От вашего бизнеса до хобби. Соответственно, люди заходят к вам в таплинк, кликают, задерживаются больше в вашем блоге. Все это повышает CTR вашего Инстаграм, то есть алгоритмы Инстаграма видят, что ваш личный блог кому-то интересен, многие на нем задерживаются. И, соответственно, в рейтинге аналогичных блогов Инстаграм будет чаще продвигать ваши фотографии, ваши изображения, которые вы размещаете в своем блоге. Ну, пожалуй, по вступительной части это все. И теперь давайте непосредственно приступим к настройке нашего таплинка. Итак, друзья, заходим в браузер, набираем латиницей таплинк. Вам необходимо набрать именно таплинк.ру. Возможно, будут попадаться всевозможные там зеркала и так далее. Не обращайте на них внимания. Вот именно то, куда нас заводит таплинк.ру. Итак, друзья, у вас открылась вот такая интересная страничка. Вы здесь можете ознакомиться с рекламой. Ну, это я оставляю вам на изучение. Я сразу прохожу попробовать сейчас. Я тут же могу зарегистрироваться. Кликаю через регистрация через Google, например. Кликаем регистрация, заводим почту. Нажимаем «Продолжить», нам предлагают ввести пароль, придумываем какой-нибудь пароль, нажимаем «Продолжить», и все, и мы сразу с вами попадаем вот в такое интересное поле. Итак, друзья, перед нами вот такой вот достаточно простой интерфейс, давайте посмотрим, что с ним можно сделать. Ну, во-первых, можно сразу добавить блок, и нам предлагается на выбор, пусть будет сразу аватар. Загрузить картинку, выбираем файл, любой, какой вам нравится. Выбираете размер, у меня пусть будет маленький, кликаем «Сохранить». Далее добавляем блок, вы можете добавить сюда, например, какой-нибудь разделитель, выбрать любой значок, добавляем блок. Можно сюда добавить, например, еще возможности профессиональной платной версии, выделенные фиолетовым значком «Pro», не трогаем это. Текстовый блок, здесь можно разместить текст, ну какое-то приветствие, и у вас появляется вот такой вот блок. И, соответственно, сюда можно добавить ссылки. Ну, например, мой YouTube. Можно добавить подзаголовок. Заранее заготовьте ссылочки, чтобы потом туда-сюда не бегать. И теперь, друзья, что самое интересное, вы можете просто-навсего передвигать здесь все элементы и выставлять таким образом, каким вам понравится. Ну и так далее. Сюда можно добавить множество-множество всевозможных ссылок. Для экономии времени я ставлю одну и ту же ссылку. И, соответственно, делаете все под себе. Твиттер как пишется? С двумя ты, да? Таким образом у вас получается какой-то набор, да, это все выглядит как мини такой сайтик. Теперь давайте мы перейдем вот сюда в левый верхний угол, где вот такие вот три полосочки.
Здесь у нас есть дизайн. И здесь даже в бесплатной версии программы достаточно богатый выбор обложек всевозможных. Здесь просто цветные. Давайте мы перейдем, пожалуй, вот сюда. Вот, например, достаточно интересно. Смотрите, какой дизайн. Ну, выглядит достаточно неплохо. Давайте мы остановимся на нем. Выберем. И вот у нас страничка с вами сразу уже преобразовалась. Согласитесь, выглядит достаточно интересно. Теперь, друзья, давайте мы нажмем на нашу аватарку в правом верхнем углу. И посмотрим, что будет, если мы нажмем «Мои профили». И да, друзья, здесь можно завести несколько профилей. У меня один, сколько завести максимум, я, честно говоря, не подскажу. Это вы уже попробуйте сами, если вам это будет необходимо. Есть, соответственно, всевозможные настройки аккаунта. Мы на них тоже останавливаться не будем. Вы можете привязать Toplink к соцсетям и так далее. Для того, чтобы вернуться назад, нужно опять зайти в левый верхний угол, три строчки, кликнуть «Страница». Вот мы находимся на нашей странице. И теперь нам нужно получить именно ту ссылку, которую мы привяжем к Instagram, ну или к чему-то другому. В данном случае мы рассматриваем Instagram. Так, кликаем «Установить». Вот у нас здесь сразу «Подключить через Instagram». Подключаем через Instagram. Мне, соответственно, предлагают выбрать мой профиль. Но это тот профиль, который у вас в данный момент активен на телефоне. Дождемся проверку через сообщение. Итак, друзья, если вы сделали все правильно, как я вам говорил, у вас появится вот такое вот поле, сгенерируется ссылка, после чего вы, соответственно, копируете ссылочку, открываете ваш профиль Instagram, кликаете «Редактировать профиль» и в поле «Сайт» вводите ссылочку «Toplink». Ну, в общем, друзья, вся наука, и теперь у вас будет свой мини-сайт, который будет привязан к Instagram, где вы разместите любую информацию, обращение к вашей аудитории, ссылки на социальные сети и так далее и тому подобное. Надеюсь, видео было полезным, и лайк для меня будет лучшей наградой. А на этом, друзья, все. С вами был Серджио и интерактивная фотошкола Art Photo Life. Желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч. И, друзья, если интерес к этому видеоролику будет достаточно высокий, я в следующий раз познакомлю вас с DeepLinker. Это еще один достаточно интересный ресурс, что он может. Обычно вы, когда переходите по ссылке, у вас открывается браузер, а DeepLinker позволяет вам переходить напрямую, как в данном случае. То есть DeepLinker позволяет вам напрямую, без браузера, а сразу перейти в мобильное приложение, например, YouTube канала. Thank you.